Так, а такие пельмени у нас сегодня будут на ужин. Твердые пельмени, я хочу попробовать. Но Павлик сказал, что он не будет черные пельмени. Знаешь что? Ну вот, черные пельмени, мне просто интересно, что они сделаны. Ну, черные. Вот, реально, смотри, черные пельмени. Давно... Меня это пугает, ты потом сам их есть не будешь. Куда я это? Давно мечтал, хотел их попробовать. Ну, посмотрим. Я их здесь не буду, будешь мучить. Я тебе не вставляю, они из говядины, например. Опа, что я знаю? Сейчас откроем, посмотрим. Так. Это реально черные. И черного теста. Ничем таким не пахнет особо. Ну ладно, попробуем. Буду их варить, жарить их не буду, потому что непонятно будет, жареные они или не жареные. Не все равно черные. Тут состав прочитали. В составе вроде как обычные пельмени. Ну, кстати, ни одного идея нет. И состав. Уголь красительный, а что блюдчик, наоборот, уголь красительный здесь есть. Что-то уголь, это абсорбент. Ну посмотрим. Его применяют только при отравлении, зачем? Ну вот, видишь, мы же не отравимся, наоборот, чтобы отравишься, как раз вылечился. Ага, замечательно. Ну посмотрим, что получится. Так, этого. Вода сварилась. Мне больше что интересует, станет ли черная вода? Она будет черная или она белая будет? Как думаешь? Сейчас я выступлю. Так. Ну, вода особо не почернела, но пельмени такого страшного вида. Интересно, кто-нибудь покупает? Я так на пробу взял. Сразу против отравления. Отравился и получился. Я правильно сказал? Если не знать, что здесь варится, то можно подумать, что здесь варится грибной суп. Вот как раз грибы всплыли. Вот, реально. Придумаешь. Кстати, они как-то быстро всплыли. Павлика, наверное, кладу один. Так вот. Так, это твой? Нет, это общий. Так, сварились. Кстати, бульон не черный. На вкус я попробовал. В принципе, нормально. Мясо недосоленый, или какой-то он ненасыщенный. Может, это то, что воды было много? Ну ладно, я не собирался есть его. Так, посмотрим. Вот я несколько штук выложил здесь. Я уже попробовал, но забыл нажать запись. Короче, отдельно попробовал тесто, отдельно мясо. И вкупе. Но тесто, ну так себе, какое-то оно, что-то не хватает. Скорее всего, я не досолил. Вот, а так, они обычные пельмени. Да, тесто не разваривается, то, что хорошо. И может, этот уголь продает какие-то полезные вещества, не знаю. Ну, съедобно, в принципе, да. И нормально. Можно, конечно, купить, удивить гостей. Ну, соли надо побольше. Мне кажется, соли тесто не очень получается.